очень сложная, но опять важная задача на понимание смысла слов. У Вовы больше 1000 книг, сказал Ваня. Книг больше, чем 1000, сказал Ваня. Нет, книг у него меньше 1000, возразила Аня. Одна-то книжка у него точно есть, сказала Маня. Если известно, что из этих трех утверждений одно верно, скажите, пожалуйста, сколько книг у этого человека? Давайте, выходите к доске все, кто считает, что знают ответ. У Вовы больше 1000 книг. Книг у него меньше 1000, возразила Аня. Одна-то книга у него непременно есть, сказала Маня. Если истинно только одно из этих утверждений, сколько книг у Вовы? Но у него ноль книг. Больше одного. Любое число больше одного. Следующий. У него ровно 1000. Следующий. У него меньше 1000. Любое число меньше 1000 годится, да? Так, ваше число. Любое число меньше 1000. У него одна книга. Одна книга. Любое число больше одного. Любое число больше одного. Больше одной книги. Ваша версия. Фантастика. Ваша версия. Одна книга. У него одна книга. Ваша версия. Больше 1000. Любой ответ больше 1000. Меньше 1000, но больше одного. Замечательно. Ваша версия. 1000. Ваша версия. Меньше 1000. Ваша версия. Больше одного, но меньше 1000. Отлично. Не прозвучало ни одного правильного. Все ответы были правильными. Два ответа — 0 и 1000. Как звучит ответ? 0 или 1000. Ответ. 0 или 1000. 1000 или 0. Что, садитесь. Ваш ответ? 1000. 1000. Ваш? 1001. 1001. Ваш ответ? 500. А? 500. 1000. 1000. Каждый называет ответ, садится? Между 1001. Любой число между 1000 и 1000. Больше одного. Так, ваш? 500. Ваш ответ? 1000. Отлично. 0. А? 0. 0. 1000 или 0? 1000 или 0? 0. 0. Больше 1000. Ни одного. Так, меньше 1000. Почему меньше 1000? У нас именно одно верное утверждение. Если у нас больше 1000 или меньше 1000, вот это доказательное число, то у нас становится верным одно из этих утверждений. Но книга отрицательного числа тут не может быть. Их может быть также ноль. Но если книг ноль, то верное утверждение. Если книг 1000, то верное самое последнее утверждение. Книг больше одного. Ребята, это задача на смысл слова «или». Книг ноль или 1000. Почему ответ 0 годится? Потому что вот это утверждение неверно, это верно и это неверно. Одно верно, вот следующее верно. Это когда надо. Почему 1000 годится? Потому что это утверждение неверно, это неверно, а вот это верно. А почему не годятся другие варианты? Потому что если книг больше, чем 1000, то верны вот эти оба утверждения. А если книг больше, чем 0 и меньше, чем 1000, то тогда верны вот эти два утверждения. Господа, эта задача объясняет вам смысл слова «или». Нельзя говорить, что книг там именно 1000. Нельзя сказать, что книг именно 0. В этой задаче годится один из двух ответов. Правильный ответ – это 0 или 1000.